Подсознательно звук «е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Звук «е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Буквенное значение имени во главе с буквой «а» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Они прирожденные лидеры, личности, способные к достижению любой поставленной цели. Однако в сложных ситуациях выходят на поверхность их необузданность и взрывной темперамент. Буква «Ж» придает людям стремление к значимости и придает страстности. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, подавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Человек с гласной «я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Такие личности могут стремиться к лидерству, но этого добивается путем подавления других. Значение буквы «а» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Их внутренние качества производят баланс между материальными благами и духовными убеждениями. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Эти люди – выдающиеся организаторы и обладают большим количеством внутренней энергии и жизненного оптимизма. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Они всегда хотят добиваться уважения и любовь окружающих. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.